А? Да нет, тут все вкусно, я буду все есть. А Ваня что будет? Он сказал, ты мне. Ага. А это что за котлеты? Куриные. Мы же вчера спрашивали. Да я забыл. А вот это что-то, да? Мясо по-французски, а этот лейтон. Вот это что? Пирожок с капустой. А я вчера с чем брал? С ливером, да? Нет. Не картошка, печенка. А ты что будешь? А я не знаю, ты что будешь? И я этот. А я что ел? Я не помню. Все, понесла я... диета. Значит, надо обновить память, да? Угу. Я вчера брал капусту, а что я еще брал? А, голубец. Я брал голубец. А Ваня ел пельмени, да? А сейчас что ты будешь, Марин? А? Что сделать? Вот. Мимоза. О, она и вчера стояла, не съели. Это что такое? С рыбой, с консервой. А, нет, я с мясом. А, тут здесь с красной рыбой, ты видишь? А ну можно? А я это, я с кулей люблю. А что я вчера ел? Голубец, капусту и все, да? Ой, морковку. С котлетой мы с тобой напополам сожрали. Сырники Ваня любил. Я хочу котлету, суп. Ваня, да? Пельменьки. А это что? Хлебушек, да. Это что? Да, это же французский. Мясо по-французски, почем оно? Я не знаю. Дайте еще пельмени порцию. Суп, ой, солянка, окрошка, шурпа, ничего. А компотик? Есть компотик? Так а что ты будешь? Я буду суп с фрикадельками, котлетку. А то, что ты жидкое взял, где? 120. Солянку? Какой-нибудь есть. Не, не хочу супчик, солянку. Не, нет, не хочу. Я хочу шубейку. Майонез? Да, я же на диете. А что ты будешь еще? Я не знаю. А ты что, у меня деньги колупаешь? А с чем блинчики? С творогом. Нет. Так а ты что, выбрала? Да. Ну. Я хочу суп. Спасибо вам. Приятного аппетита. Пишите, пожалуйста, что же. Суп есть, шурпа. А компотик? Рассчитали? Один? Да. Ты что, ты будешь шубейку? Я буду шубу и мясо по-французски, не знаю. Да? А? И пивка бокальчик. А, я не знаю. А балонь бокальчик. Не отбивную. Ага. Ты денежку достала? Нет. А что, толчонку, макароны, ничего не будет, никто? А компот какой? Со свежей фрукты. С чего я имею в виду? Со свежей фрукты. Ну а что за фрукты? А, все, что нашли, то и сварили, да? Мне. Мне вот это положите, да. Ой, как оно. А? И шубейку мне порция. О, как раз порция и осталась, да? О. Отличненько. Вот эту? Отбивную котлету и суп. Котлету? Да. Вот. Угу. И хлебушек кусочек. А салатик не будешь брать? Нет. Не хочешь? Да, ты же не дали глаза.
И суп, да? Да. Налили мне. А ты не будешь? Нет. Нет, не хочешь? Нет. Я не знаю. О. И шубы мне шпорцы. А мы даже не узнавали, а что почем хоть. Ну, просто знать. Интересно. Ценники висят. Где? Да? Скиньте, пожалуйста, сюда сметану можем? Нет, не туда, не туда. И шубы мне сейчас на следующий раз. Возьмешь? Ой, ты так страшно взяла. Что это? А кто так? Хлебушек нужен? Ну, давайте. Один. Что там, сколько денег? Я не знаю. Ты нашла? А, нашла деньги? Лена. А, не так, там 500 он есть. Лена, отдай Тони, она уже не кусит. Сколько? Опять за свои шубы. Да. Ну, там я ел невкусное было, где я ел? 200 сколько? А где я ел шубу? Ну, там же. Там же где? В аквапарке. А, да, в аквапарке мне шуба не понравилась. Записывает. Сколько ты заплатила? 225. Мы за 225 гривен взяли порцию шубы, мясо по-французски. Ну и что? Порция пельменей, котлета куриная, суп с фрикадельками, да? Да, только ложку мне. И отбивная. А, не дали ложку? И за это сколько она сказала? 200. Ты услышал? 200 с чем-то. Так сколько ты заплатила? 225 гривен. Это примерно 8 долларов. 8 долларов за обед на троих. А за бокал пива отдельно, да? Ну, в общем, 250 гривен. Так что вот такие вот пироги. Вот шуба, вот такая порция, не знаю, около 200 грамм. Мясо по-французски. А ты что взял, пузань? Вкусняшка? Отбивная тоже крупная, отбивная, прям большая. Котлетка? Ну, хорошая. Порция пельменей, сколько там, наверное, 14 штук, да, положили? Ага. Ну и миска супа вот такая. А компот почем бьет? 10 гривен вот такой компотик. Я за вот это чай. Сейчас попробуем мясо по-французски. Вкусное? В общем, такие вот таких маленьких, небольших столовок здесь очень-очень много. И большой выбор продуктов разных, готовых блюд. Это проверено. Временем? Да, если через 7 дней ничего не случится. А что случится через 7 дней? А сколько? А? 30 минут. Сразу бы случилось, побежали бы уже, да. Угу. А так мы уже не один раз здесь ели. Очень вкусное мясо. Надо попробовать шубу. Не, ножом шубу резать не надо. Повыделывался. Ты будешь хлеб? Чуть-чуть. И шуба очень вкусная, ребят. Ел, о боже. В аквапарке совершенно невкусная шуба. Свекла была или старая, или погребом воняла, или плесенью. В общем, а это очень вкусная такая, прям мягенькая, хорошенькая. Так что в эту столовку мы, наверное, придем еще и поужинать перед отъездом, да? Юра уже... А как ее назовешь? Столовка. Котлетка прожаренная? Конечно. Хорошая, вкусная? Нормальная. А отбивная, Вань, вкусная? Ну, вот так, ребят. В общем, будем обедать. Мне хочется выпить чайка, но на камеру я не буду пить чай. Ну и все, компотик такой красивый тоже. В общем, всем приятного аппетита. Спасибо. Хорошего дня. Ну а вам, ребят, всем пока.